Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале и хочу вам предоставить сегодня вашему обозрению мою коллекцию из статуэток, брошей и тарелок и чашечек. Сейчас перед вами статуэтка из пары, сидящие на диване. Такие вот милые молодые люди. Дама с веером. Молодой человек с чашечкой кофе и блюдцем. Они мило беседуют. Такая вот интересная статуэтка. Она такая достаточно тяжелая и достаточно объемная. Только марка, цифровая маркировка. Больше нет ничего. Такая вот. Следующая у меня тоже пара, статуэтка, дама с молодым человеком, он играет на бандурке, и дама слушает его песни, такая вот красивая. Тоже нет на ней маркировки никакой. Так, следующее хочу показать вам такую сливочник или молочник. Не знаю, как правильно сказать. Мы были в магазине с моей женой. Купили сливочник. Это у нас Бавария, Германия. Такая вот маркировочка. Красивый, не маленький, но и небольшой сильно. Красивые цветочки вокруг. А сегодня мы купили стакан, чашечку. И оказалось, что он из одной серии коллекции. Такие же цветы, все очень похоже. И та же фирма. Бавария, Германия. Такая вот чашка. На вес очень легкая. Такими красивыми цветочками вокруг. Очень нам понравилось. Следующее у меня идет блюдо. Такое вот красивое. То ли это салатница, то ли фруктовница, не знаю. Вот красивые цветы, узор из цветов прекрасный.
На обратной стороне у нас клеймо Виктория. К сожалению, ничего вам не могу сказать, где это произведено. Следующее вашему вниманию хочу предоставить. Такая вот тарелка, блюдо, прекрасная роза. Внутри очень красивая. Значит, это у нас Бавария. Это Германия. Баварское производство какое-то. Очень красивое. И оно идет в паре вместе вот с таким такой шкатулкой. Я даже не знаю, как это можно назвать. Тоже прекрасная работа. Тоже клеймировано. Такая вот крышечка. Очень красивая. Нежный рисунок. Красивые ножки. Такая вот прекрасная форма. Очень красивая. Следующая. У меня будет чайник заварочный в виде слоника. Такой вот он смешной. Крышечка у него. Что-то она застряла у меня. То бывает выпадает прямо. То невозможно вытянуть. Такая вот крышечка. Тоже в виде слоника, мордочки. И сам чайник в виде слона. Хобот в виде. Прекрасно придумали. Хобот из носика. Чайник сделан в Китае. Ну, такой симпатичный слоник. Следующее у меня идет блюдо. Такая вот хлебница, наверное, не знаю, в виде корзинки такой. Керамика с сеточкой. Тоже там рисунок. Молодой человек. И дама, играющая на бандуре. Очень красиво. Значит, это произведено у нас. Тоже в Баварии. Германия. Очень красиво.
Следующее хочу вам показать. Чашечка и блюдце. Это чашечки отдельно идут от блюдца. Мы просто я подобрал, чтобы был такой вид красивый. Такой вот у нас получился. Такая вот красивая чашка с ножками симпатичными. Такие красивые цветы вокруг. Красивый цветок внутри чашки. Производство Бавария, Германия. Такая вот красивая чашечка. И блюдце. Тоже симпатичные цветы такие. Это у нас уже идет маркировано. Фирма Эван. Тоже симпатичное блюдце, но не очень сильно старое. Но это не страшно. Следующее вам хочу предоставить вашему вниманию. Такое у меня блюдце с чашкой. Такой золотой ободок прекрасный внутри. Ножка золотая, позолоченная. Прекрасные цветы вокруг. Это у нас производство Англия. Из китайского фарфора. Очень красивая. Нежная работа. И блюдце. Совсем другая. Не из этой, так сказать, оперы, но тем не менее. Тоже Англия. Тоже китайский фарфор. Очень красиво. Следующее у меня блюдце и чашечка идут. Тоже внутри прекрасные цветочки. Позолоченный ободок. Такая двойная ручка интересная. Производство у нас это Германия, Бавария. Красивая чашечка и блюдце мы подобрали. Тоже такие красивые нежные цветочки. Тоже произведено и в Баварии. И в заключение хочу вам показать коллекцию из броши и маленькой шкатулочки. Такая вот шкатулочка симпатичная. Производство Японии. Такая вот симпатичная маленькая шкатулочка. И хочу вам предоставить вашему вниманию следующее. Это будут броши. Такая вот красивая брошь. Это у нас Германия.
западную. Так вот вид сзади. Очень красиво. Следующая брошь. Тоже такая массивная, не маленькая. В середине красивый камень. Такая вот она. С красивым обрамлением. Брошь не маркирована. Вид сзади. Красивая брошь. Следующая брошь у меня тоже двойная. Из слоников. Слон. Мама и сыночек, допустим. Красивая брошь. Нежная. Производство маркированный Мане. Такая вот брошечка. Следующая брошечка у меня будет тоже такая вот. В середине большой камень какой-то. Не знаю. В обрамлении маленьких камешков. Такая брошь не маленькая, но очень симпатичная. Брошь не маркирована. Вид сзади. Следующая брошь, хочу вам предоставить вашему вниманию. Кора с камешками Aurora Borealis. Такая вот веточка. Симпатичный букет такой. С красивым переливом. Все камни Aurora Borealis очень прекрасно переливаются. Таким вот видом. И в заключение хочу вам показать брошь в такой виде подвески, цепочки, посерединочке камень такой, перламутр. Тоже да, она не маркирована, но очень симпатичная. Вид сзади. Такая вот симпатичная брошь. На этом, дорогие мои друзья, буду заканчивать. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.